граждане Республики Молдова Приднестровского региона. Мне крайне непросто обращаться к вам сегодня. В первую очередь от того, что уже долгие годы про вас молдавские политики вспоминают исключительно перед выборами. И, к огромному сожалению, очень легко забывают после выборов. Тем не менее, раз за разом, вы активно участвуете в общенациональных выборных кампаниях в Республике Молдова. Принимаете решения, отдаете свой голос за того или иного кандидата. Вы все еще точно чувствуете, что ваша жизнь, ваш достаток и будущее во многом зависят от того, какова власть в Кишиневе, какова стратегия этой власти. Сразу хочу сказать, бессмысленно искать дешевую популярность в вашем регионе. Авторитет в ваших глазах можно заработать только ценой больших усилий, искренностью, деликатностью, открытостью, диалогом и доброй волей. Это именно то, чего так не хватает в последнее время в отношении Кишинева и Тирасполя, в отношении Кишинева и 360 тысяч граждан Молдовы в Приднестровском регионе. Жизнь простого человека крайне тяжела во всей Молдове, но вам особенно нелегко, когда к общим социальным и экономическим невзгодам прибавляется постоянное чувство тревоги и абсолютной непредсказуемости. Тревоги за жизнь своих детей и родителей, непредсказуемости своего правового положения, своей собственности, всего нажитого и приумноженного. На ваши головы ежедневно сваливаются десятки разнообразных информационных фейков и провокаций. И большая часть из них про войну, про агрессию, про очередные кровавые бойни и столкновения. И так год за годом, и никакого просвета впереди. Нынешние власти Республики Молдова скопом обозвали вас всех сепаратистами, приняв соответствующий закон, а потом, определив своей стратегией европейскую перспективу для Молдовы, практически исключили из этой перспективы вас и ваш регион. При том, что именно у вас производится большая часть экспорта, идущая в страны Европейского Союза под брендом «Сделано в Молдове». Для меня же решение нашего общего приднестровского вопроса – это справедливое решение в интересах большинства жителей региона. Это не только карты, границы, суверенитет и территориальная целостность, но и социальная справедливость, качество жизни, образование, здравоохранение, уровень безопасности и правовой защиты для каждого из вас. Никуда без вас Республика Молдова не уйдет. Мы должны двигаться вместе, сообща к общим целям развития, к общим современным стандартам и в сфере демократии и социальных гарантий. По-другому быть не должно. Именно поэтому я вижу три базовых принципа, которым обязуюсь следовать в случае моего избрания главой государства. Первый принцип – диалог. Все решения, касающиеся Приднестровского региона и его жителей, должны приниматься исключительно в диалоге. Исключить язык ненависти и любых форм дискриминации в отношении граждан Молдовы в Приднестровье. У нас накопилась гигантская повестка в обсуждении и социальных, и экономических, и экологических, и общеправовых вопросов. Жители Приднестровья не должны быть заложниками раздоров разнообразных элит. В жизни людей должна вернуться стабильность, предсказуемость и уверенность в завтрашнем дне. Обоснованное убеждение в переменах к лучшему, в том, что справедливость осуществима. Второй принцип – статус. Я с сожалением признаю, что ныне действующая в Молдове власть фактически отказалась от своих конституционных и международных обязательств решать приднестровский вопрос на основе предоставления региону конституционно гарантированного статуса. Необходимо решительным образом вернуться к этому важнейшему достижению переговорного процесса всех прошлых лет. Справедливый и надежный статус для Приднестровья в составе Республики Молдова – это то, что сделает нас вместе на порядок сильнее. Итоги иных подходов мы все испытываем ежедневно, и нужно уже признать, они провалились. Третий принцип – мир и нейтралитет. Нет и не может быть никакого силового решения приднестровского вопроса, кто бы ни пытался применить эту силу. Люди на обоих берегах Днестра давным-давно переросли эти дикие и порочные способы выяснения отношений. Более того, именно наши граждане хорошо знают истинную цену и внутренним конфликтам
и их тянущимися десятилетиями драматическим последствиям. Стимасло куйтор айриджиони транснистрени. Лекция пекаря амандвацатого эмприона есть симпла. Кярши чаме фраджилы паче е майбуны декет оричи разбой. Дуарка уника гаранции пентру апаче стабилы, шире версибилы, ин регионе пати фиси, сафи реализаты дуар прин гарантария уни статут солид ди нейтралитате ал Републичи Молдова. У нейтралитате активы ши респонсабилы, ди употрива ку ангажаменту у дяйсть иниция мэсурь пентру минцинере пэчи, репрезинты контрибуцили ностры эссенциали интры регионе маркаты ди тенсионь. Сун ферм конвинс, ка ун диалог атент ши респонсабил, а у статут экитабил пенту регионе транснистряны, шо паче гарантаты репрезинты чея, ди че авем ку адеварат него акум ку тоци. Кредка тария, ка путем реализат туате ачестя эмприуна. Вы мутсумес пентру атенция. Спасибо большое за внимание.